95% жилых домов Барнаула готовы к отопительному сезону. Объекты социального значения на все 100. Однако, когда в городе начнут запускать тепло, неизвестно. В конце сентября выйдет официальное постановление администрации краевой столицы, но оно будет носить рекомендательный характер. Систему отопления энергетики уже запускают. Делают это постепенно, чтобы не нарушить гидравлический режим. Если в Барнауле резко похолодает, то тепло готовы будут подавать сразу же, поскольку теплоноситель работает круглый год. Однако отопительный сезон может не начаться в 5% жилых домов Барнаула. Там работают управляющие компании, которые не заявились на комиссию и не получили паспорта готовности. Энергетики вновь напоминают, что на сроки подачи тепла могут влиять сами жители, если они решат приблизить или, напротив, отодвинуть отопительный сезон. Жители все больше экономят ресурсы. Сегодня тепловая энергия – это самый дорогой ресурс. И ТСЖ, как правило, а их у нас более 500, они традиционно откладывают вот запуск тепла.